Ходить по магазинам с подругами легко и весело. А вот шопинг со стилистом – мероприятие скорее информативное и полезное, поскольку они, стилисты, знают о моде все и видят стилистический потенциал каждого предмета. Основательницу собственного тренд-бюро Анну Глазкову мы застали в процессе обзора коллекции бутика «Эвона». Коллекция яркая, и я люблю цвет, вы об этом знаете. Не очень доверяю черному, но используем в своих обзорах, используем в своих образах. Покажу любимое мое платье. На самом деле мы уже его брали для клиентки. Мне очень нравится современный принт, нравится яркость. Платье достаточно свободного кроя, можно носить под пояс, под какой-то акцентный. Можно надевать пояс, например, как у меня, мужского стиля. Есть такой лайфхак. Когда вы сомневаетесь между размерами, выбирать, например, 40 или 42, делайте выбор в сторону большего размера, потому что сейчас главное в силуэте воздух. Между вашим телом и изделием обязательно должен быть воздух. Я много раз рассказывала, что сейчас в моду входит такой силуэт вещей, как будто вы забрали вещи у бабушки или дедушки, немножко которые веют олдскульностью, но это современные вещи. И одна из тенденций, новая, которая к нам пришла, это объемные кардиганы. И в коллекциях и весна, лето, и осень, зима наступающего сезона. Сейчас идут недели моды, я занимаюсь анализом уже этих коллекций. Огромное количество таких кардиганов. Это ваша долгосрочная инвестиция. Можете смело покупать. И я вам открою тайну, что леопард никуда не уходит. Леопард стал базовым принтом, поэтому можете его смело использовать в своих образах. Объемы тела читаются по-разному, и бедро бывает круглое с разных сторон. Я вам говорила, что когда круглость выходит немножко по бокам, не стоит покупать вот такие короткие кардиганы, кофточки. Но есть округлость, которая выходит с задней планки. И поэтому здесь подойдут вещи с удлиненной задней планкой изделия. Так что имейте в виду, если вы поняли и считали свои параметры тела, то вы грамотно выберете нужную вам вещь. Нулевые у нас в моде. Я нашла вот такой очень крутой укороченный тренч, куртка. Куртка полностью из кожи. В размере плюс сайз есть похожая модель, но задняя планка из трикотажа. Для чего это сделано? Чтобы она лучше села по вашей спинке. Тренд на прозрачность никуда не уходит. И я вам предлагаю использовать этот тренд нетривиально. Здесь мне очень нравится вот этот жакет. Даже разделив этот костюм, вы можете использовать его во многих комплектах. Он может быть уместен также с такими же джинсами, как у меня. Только сюда вам нужно будет добавить туфельки, лодочки более нарядного стиля. Или взять эти брюки и сделать базовую модель вашего гардероба. На мне размер плюс от моего. Он будет более сидеть точенно на фигуре. Но смысл будет понятен. Я добавила белые лодочки, чтобы добавить свежести. Подержала украшением с имитацией жемчуга, чтобы связать верх и низ в моем комплекте. Но я прям вижу этот жакет с джинсами и с классными казаками. Очень красивая юбка, пыльно-розового цвета. Пастель тоже всегда преобладает в весенней палитре. Я бы сочетала не с тривиальными оттенками, например, с оттенками мяты, зеленого или даже с хаки. Очень красивое сочетание. Мой любимый комплект, который участвовал в нашей съемке, это вот такой вот комплект из такой очень плотной ткани с небольшим блеском. Большая проблема светлых вещей, что они просвечивают. Здесь плотная фактура ткани не дает пробиваться тому, чему не нужно. Опять же, вы можете вместе надеть этот комплект, будет очень нарядный, праздничный. Самый большой запрос на шопингах – купите мне красивое платье. Здесь представлено много женственных моделей. Я смотрю, что здесь есть уже в комплекте пояс, что очень хорошо, чтобы выделить талию. Черно-белая палитра, которая никого не пугает, хорошо сочетается. Но я бы сюда накладывала какой-то очень яркий верх, например, пальто ярко-зеленого цвета, ярко-красного. Мы взяли платье монохромных оттенков, черного с белым, и добавили кардиган, который как раз имеет более длинную длину. Здесь можно также его запахивать, надевать сверху пояс, но мне все-таки хочется цвета. Я человек, который просто обожает цвет. И посмотрите, как красиво будет смотреться какой-то красный жакет или красное пальто с тем же самым платьем. На обуви и аксессуарах остановимся подробнее во второй части нашего обзора. А пока еще раз образы, которые окажутся ультрамодными предстоящей весной.